традиционно у нас уже встреча с нашими друзьями, послами дружественных нам государств. Обсуждаем проблемы, которые существуют между государствами. Но прежде всего хочу отметить очень хорошую динамику развития наших отношений. Вы нисколько не должны сомневаться, при всяких там нюансах Беларусь всегда была и будет для вас надежным не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики. И мы, как и в былые времена, когда мы жили в одном государстве, мы всегда с любовью и взаимопониманием относились к кыргызскому народу. Это очень похожие люди. Поэтому мы будем придерживаться доброй повестки дня в отношениях между Белоруссией и Кыргызстаном. И любые ваши просьбы, предложения, замечания немедленно будут рассмотрены в правительстве мною, и мы всегда отреагируем. Я также хочу воспользоваться возможностью и попросить вас, чтобы вы передали самые добрые, теплые пожелания моему доброму другу, президенту Кыргызстана. Это очень приличный человек. Вот бывает же так, что в нужное время и в нужном месте, в самые сложные времена, Господь посылает народу того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь, что если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь. Если нужна будет наша поддержка в силу наших возможностей, мы обязательно подставим свое плечо. Словом, помните, что здесь у вас друзья.